жить, поживать, да добра наживать. Всем спасибо. Очень приятно, правда. Искренние слова благодарности от обладателя теперь уже своей квартиры. Три связки ключей выдали в администрации округа бывшим воспитанникам детского дома. Это явилось результатом нашей совместной работы. И тот случай, когда как раз-таки эти результаты радуют. Квартиры приобретались на вторичном жилье по закону. Каждая соответствует нормам и требованиям. Законом не запрещено приобретение на первичном рынке и на вторичном рынке жилья для данной категории. Но важно отметить, что любое приобретаемое жилье, что это новострой, что это может быть вторичное жилье, оно должно соответствовать всем установленным требованиям, поэтому эти требования соблюдаются в любом случае. Чувствуем радость, планы на будущее хорошие. Квартиры я еще не видела, но планы у меня грандиозные. Ждали достаточно долго уже трое детей накопилось. Так что вот, планируем в дальнейшем, может, еще дети будут, но это же как пойдет. В планах очень много всего. Закупились много чем уже, то есть, чтобы заехать и жить и кайфовать. В этом году 13 детей-сирот переедут в новое жилье. Но приобрести квартиры сможет еще большее количество с помощью сертификата. Подробности расскажут в управлении опеки и попечительства администрации округа.